Всем привет, с вами я, Артен. Это мое новое видео по Роблоксу. В этом видео мы будем играть в режим «Русская рулетка с дробовиком», но это мультиплеер. То есть я там буду играть против других игроков. Перед началом этого видео попрошу вас подписаться и поставить лайк. Заранее спасибо. Мы начинаем. Из сундука мне выпало 3 сигареты и 1 наручники. И у нас 2 фейковые пули и 2 настоящие. Интересно, кто будет стрелять первым? Я так понимаю, что он. Интересно, в кого он будет стрелять? Так, в себя. Так, и это фейковая пуля, ему повезло. Так, значит, сейчас он будет стрелять еще раз. Так, он берет. И меня, конечно. Блин, он попал в меня. Так я и знал. Но ничего, у нас полно сигарет. Так, ну давайте дадим ему наручники, чтобы мы стреляли побольше. Думаю, теперь надо покурить, чтобы восстановить себе хп. Так, хилимся. Так, все, у меня восстановилось хп. Ну, давайте теперь попробуем в него уж. Так, ну, больше у меня ничего такого нет. Давайте в его. Бам, на изи. Ну, пока идет у нас изи каточка, я нанес ему урон. И там вроде осталось только фейковая пула, и думаю, надо в себя. А потом еще типа начнется новая катка, типа новые сундуки. И он будет первым стрелять. Новые патроны будут. Так, ну давайте в себя. Так, ну да, я здесь угадал. Да, блин, сейчас он первым будет стрелять 100%. Так, еще одна сигарета. Блин, 4 сигареты уже. И 2 газировки. Так, 2 настоящие пули и 2 фейковые. Ну, думаю, у него получше там вещи. Ну, блин, вот зачем наручники? Вот, может без наручников играть, блин. Так, газировку покиньте, там будет настоящая пуля. Так, ну давай посмотрим. Так, ну ему везет пока. Ну и что он будет делать дальше? Так, о, в луп убил, ну все. Сейчас мне каранты будет. Так, что там? Если он сейчас берет нож, это стопот... Ну все, я угадала. Он сейчас в меня будет стрелять. Но у меня есть сигарета, хилки. Давай стреляй в меня. Я знаю, что это настоящая пуля. Вот видите, я говорил. Мне пофигу вообще, мне пофигу. Сейчас я отыграюсь. Погоди там, блин. Блин, он же сейчас еще раз будет стрелять. Блин, да, он сейчас еще будет стрелять, давай. Ну давай попробуй. У меня здесь куча сигарет, у тебя нету шансов. Так, меня. Ну, все, здесь понятно, что меня. Так, ну да. Так, и... Конечно же, вот бро тебе не везет просто так. Теперь я. Короче, сигареты сейчас берем. Мне нужны 2 сигареты. Так, хотя зачем мне 2 сигареты? Так, окей. Давайте выпьем колу. А, нет, все. Там настоящий, я тупой. Я тупой, я просто забыл. Я просто тупой, ребята. Так, и что сейчас будет? Так, ну опять сигареты. О, ножик. Ножик. Так, ну блин, вот мне лупа нужна. Мне очень... Так, да и настоящие, там 5 фейковых. Блин. Так, ну я, наверное... А, нет, он. Блин, лупу берет. Ну, сейчас больше шансов, что там будет фейковая пуля. Так, ну, он, скорее всего, сейчас в себя. Ну да, в себя, так. И да, это фейковая пуля. Давай, стреляй еще раз. Лупу берет. Вот зачем ты просто так свои лупы тратишь? Так. И это, наверное, тоже фейковая, хотя нет. Это настоящая, если он нож взял. Так, ну и сейчас в меня. Так, блин, там какой-то чел подбежал, так. А, кстати, сейчас это плохо, это плохо. Так, это плохо очень. Так, сейчас мне надо сигареты свои использовать. Так, ну сейчас у меня мало шансов, конечно. Так, давай сигарету. Так. И еще одну сигарету, думаю. Потому что, ну, у меня мало очень хп. Так, ну, давайте, думаю, колу тогда выпьем. Я не знаю, ну, потому что сейчас очень рискованно в себя стрелять и в него. Я не хочу свой ход просрать. Так, хоть бы это фейковая была. Так. Я тупой, я самый тупой человек. Так, ну, давайте тогда в себя уже по-любому. Пипец, мне не везет. Я вообще не веду челик. Так, ну, давайте возьмем нож. А если уж. Так, ну это, скорее всего, будет фейковое. Так, ну давай попробуем, искрем. Просто свой нож просрал.
Вот я вообще тупой. Надо было в себя. Так, окей, он бьет не в меня 100%. Так, ну сейчас я в него тогда. Так, ну сейчас точно должно быть настоящее. Давай, хоть бы это была настоящая пуля. Так, он свой ход просрал. Да почему, почему? Нет, ну за что мне это? Так, окей. Сейчас он ходит, и у него 100% будет настоящее. О, еще сигарету взял. Ну ты крутой вообще, пацан. Так, значит, мне надо тоже слиться потихоньку. Так, ну, пожалуйста. Давай не в меня, бро. Давай не в меня. Ну за что мне это? Это просто самая невезучая катка. Ну ничего, мы сейчас на изи отыграемся, думаю. Так. Так, ну кола нужна, думаю. Наручники. Нож. Нож. Лупа. Вот все, с лупой я его на изи сейчас разнесу. 4 настоящие пули, 2 фейк. Ой, 3 фейковые. Так. Ну давайте для начала наручники ему. Так, думаю, теперь лупу надо обязательно. Так. И это настоящая пуля. Ну все, этому челику просто конец. Берем ножик. Так, ну все, ему просто конец. Так, ну что, давайте в него тогда. Так, давай на изи, сейчас я тебя разнесу. Бам. Просто на изи, так. Ну все, я этого чела разношу пока что вообще. Но я зато очень много здесь тупил пока что. Так, ну значит, что берем? Так, давайте сюда эту, думаю. Сейчас подхилимся чуть-чуть. А сейчас чисто по приколу возьмем нож. Блин, ну я вообще тупой чел. Можете мне не писать в комментариях об этом. Так, давайте сигару еще одну. Так, ну все, у меня полное хп практически. Так, ну давайте колу на всякий случай. Потому что я уже нож не могу свой просто так потратить. Так. Да, мне везет. Так, ну что, давайте в него тогда. Сейчас Саид прям. Ба, ну я вообще везучий. Офигеть, мне пока что сильно везет. Так, ну что, все, ослабел уже челик. Все, я вижу, как ты проигрываешь уже. Так, а что это значит? Все, у него 0 хп, что? А, дополнительное, походу. Так, ну давай. Наручники, ну да, ну конечно. Как же ты без них? Ты без них жить вообще не можешь. Сигару, сигару. А нет, сигара не работает. Ну ты вообще лошара. Так, он сейчас меня. Он сейчас меня. Ну давай попробуй, давай попробуй. У тебя не получится. Ну ты вообще лошара, конечно. Так, а что, он сейчас еще раз ходит? А или нет? Я что-то уже не помню. Так. Ну и сейчас опять в меня. Ну это не сильно хорошо, конечно. Блин. Двойным уроном, блин. Ну ничего, у меня много хп. Мне везет. Так. Все. Давай. Сундук. Или нет? А нет, не будет сундука. Ну тогда давайте возьмем дробовик. Так, и в себя. Давайте уж в себя. Так, ну это хорошо, это хорошо. Так, теперь давайте в него. Просто рискнем. Бам! Без башки братан остался. Ну это была, в принципе, изи катка. Так. Артик победил. Да, ну это вообще изи катка. А какая тебе концовка будет? А, мне просто какую-то бумажку дали. Ну вообще офигенная концовка. Ну вот и подошло это видео к концу. Я на изик прошел эту рулетку с дробовиком. С вами я был Артуэн. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!